Тобольске продолжаются рейды по ликвидации нестационарных торговых объектов. По правилам благоустройства все павильоны должны быть размещены в рамках утвержденной схемы. Времени на решение всех вопросов у предпринимателей было достаточно. 10 дней назад на фасадах данных объектов было размещено уведомление о необходимости освобождения земельного участка от нестационарных торговых объектов. Сегодня мы производим повторный осмотр. Если объект остался или правообладатель не установлен, то в течение 60 дней его демонтируют. Важно понимать, бизнес не исчезает. В большинстве случаев он лишь меняет дислокацию. В этом году в новую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Тобольска включили 14 торговых точек. Предоставлять места будут через аукцион.